Всем привет! С вами Светлана. Хотела провести очень прямую трансляцию, но не получается, потому что нахожусь в данный момент на море, и с телефона это сделать практически невозможно. Поэтому буду вещать вам не в онлайн-режиме, а в формате видеозаписи. Во-первых, хотела поблагодарить огромное вас всех за то, что вы у меня есть. У меня практически на данный момент уже 1000 подписчиков. И это круто. И это здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы со мной. За то, что смотрите меня. Я стараюсь учитывать все ваши пожелания. И если они у вас есть, если вам интересен какой-то контент или какие-то отдельные темы, обязательно пишите в комментариях. Мы будем работать над этим. Я буду стараться, чтобы мои видео были все интереснее и интереснее. Ну а сейчас я хотела показать вам то место, где мы находимся. Это Абхазия и город Сухум. Находимся мы здесь уже не первый год. Это пляж Айтар. Посмотрите, какое море. Был небольшой дождик, поэтому волны, но водичка практически как слеза. Но видно. Сейчас отсниму вам видео, буду нырять. Прямо по курсу находится Турция. Слева от нас, в этой стороне, находится Грузия. Покажу вам пляж. Как вы видите, народу здесь очень мало, что и прельщает. И то, что здесь не действуют российские законы, это тоже очень круто. Вроде как в России, а вроде как нет. Солнышко сегодня за облаками, что тоже очень хорошо, чтобы не сгореть. Сейчас покажу вам наш улов. Они краиться приедут, что ли? Мам, ты зачем берешь краба? Я хочу снять его. Кому? Вот какой. Кому? Выползает. Вокруг! Да не бойся. Вот он. Вот. Ловите. Котен, помаши ручкой. Ко мне. Тебе нравится море? Мне не нравится. А что так грустно? Ну, заговорили. Нырять пойдешь со мной сейчас? Пойдем. Сейчас, подожди. Море здесь необыкновенно. Температура воды, наверное, 24-25 градусов. Очень теплая. Хотя это июнь, но это Абхазия, субтропики. Или даже тропики, наверное. Мы отдыхаем здесь уже третий год, и я просто в диком восторге. Я постараюсь вам снять все прелести Сухума и показать самые лучшие стороны этого города. Ну, не только лучшие, а вообще. Погода здесь практически всегда замечательная. Два года мы отдыхали, вот этот третий, и дожди, они если идут, они идут в основном ночью, потому что здесь горы, и они часто задерживают тучки и облака. Но вот второй день пока облачка, но это и здорово, потому что мои любимые очень часто обгорают на солнышке. Если мне, в принципе, все равно, я коричневею, коричневею, они обгорают моментально даже под облаками, поэтому сидят под зонтиком. Вот такой вот пляж Айтар. И вот так тут мало народу, вот так тут здорово и классно. Не то, что наши российские краснодарские пляжи, которые переполнены, просто забиты до отказа. Постараюсь еще показать вам центральный Сухумский пляж, набережную, ботанический сад. Здесь много потрясающих мест, так что впереди нас ждут интересные влоги. Еще раз вам спасибо за то, что вы со мной, за первую 1000. Я вас очень люблю и целую. Дорога с Айтара. Я хотела вам показать красоту местной природы. Такие пальмочки кругом. Магнолии. Большое количество сосен, ели. А вот это что? Может, это... Нет, это не финики. Оранжевый какой-то плод. Что это такое?
Если кто знает, напишите в комментариях, да, может, абрикосы. Абрикосы. Такие деревни здесь кругом. Пальмы в огромном количестве. И большие, и маленькие. Вот огромная пальма. Кто это? Местные курочки. Да? Сотовый оператор, здесь Аквафон. Это как бы филиал Мегафона. Но тарифы здесь, конечно, безбожные, дорогие, очень невыгодные. Безлимитный интернет, всего 600 мегабайт в сутки. Поэтому будете селиться, селитесь там, где есть Wi-Fi. Дерево тоже, такие висюльки зеленые на нем. Оно огромное. Много здесь таких деревьев. Вот как выглядят эти висюльки. Что это такое? Семена, наверное. Нет. Дерево. Аллея из розовых деревьев. Это за фрукт. И внизу нигде нету. Но это не персик, нет. Что это такое? Пальмы. Кругом пальмы. Вышли на другую улицу. Идем к центру. Какие-то красивые цветочки беленькие. Здесь какое-то здание советских времен. И видите, такие статуи еще стоят огромные. Тоже советских времен. Это ружейники, что ли. Но вообще нет, наверное, спортсменки, да, какие-то три девушки. Вот это все сохранилось здесь еще с советских времен. И мне так нравятся эти пережитки прошлого. Вот эти заборчики, если вы помните. Смотрите. Здесь в каких-то моментах еще застыло далекое прошлое. Это так здорово. Это какая-то кафешка местная. А это эвкалипт. Эвкалиптов здесь тоже очень много. Не всегда, правда, удается достать листики ароматные, потому что они довольно высоко. Вот мы выходим ближе к центру. Сейчас пойдут магазинчики. Рыночек небольшой продуктовый. Опять кругом пальмы. Красота. А тут, кстати, по-моему, заброшенный переход. Тоже с советских времен. Не знаю, в том году он не работал. Может, и работает. Вот уже практически центр. Подходим к дому. Здесь вот всякие развалы. Вон там вход на МВО. Я вам его в отдельном видео сниму. И троллейбусы, автобусы подходят. И магазинчики. Пошли. Что ты хочешь выбрать? Который под тобой головой. Ты что, обалдела? Нет, это очень большой. Ты что? Это на таком можно прям в Турцию плыть. Нет. Слушай, а павлин вообще огромный. Смотри, может, типа фламинго что-то? Вот местная столовая. Мы здесь обедаем, комплексный обед выходит рублей на 700. Это первое, второе, салатик, компот. Вкусно кормят очень и разнообразно. Она вот практически рядом с входом на центральный пляж. Тут кругом растет лаврушка. Лавровые деревья, вот оно. Кто любит лаврушку, приезжайте собирать. Вот у нас по пути домой, мы живем на улице Чанда, вот такая речка. И по ней иногда можно ходить, если шторм на море. Потому что когда штиль, она прозрачная, тихо так течет.